Всем привет, это очередной выпуск видеоверсии сайта tarantas.news. Сейчас расскажу вам о том, что каждый третий проданный в России автомобиль полноприводный. Аналитики агентства «Автостат» выяснили, что каждый третий автомобиль, продаваемый в России, оснащен полным приводом. Специалисты подсчитали, что в прошлом году в Российской Федерации было продано 566 тысяч новых машин с полным приводом. На долю полноприводных автомобилей пришлось 34,7% от общего объема российского авторынка. Стоит отметить, что каждая третья машина оснащена полным приводом, однако наиболее популярным в Российской Федерации остаются переднеприводные автомобили, на которых приходится 64% рынка, что по итогам 2019 года эквивалентно 1 миллиону 54 тысячам автомобилей. Оставшиеся 0,8% проданных автомобилей, или около 12 тысяч машин, пришлось на модели, оборудованные задним приводом. У меня пока все. Больше новостей ищите на нашем сайте tarantas.news. Пока!